В Чебоксарах прошел концерт вокального коллектива Михаила Турецкого «Сопрано». С его участницами накануне встретился глава Чувашии. Турецкого «Сопрано» существует 2 года. Его участницы исполняют музыкальные произведения любой сложности. Михаил Игнатьев рассказал, что нашу республику называют краем 100 тысяч песен. В Чувашии любят музыку и поют с удовольствием. Здесь работает немало творческих коллективов. Солистки поблагодарили за теплый прием, отметили чистоту и ухоженность столицы.